Здарова, вулканоиды! Ракслер снова с вами. Мы продолжаем играть в вулканоиды. В прошлой серии мы, значит, истребили там супер вундервафлю какую-то в новой локации помощнее. Теперь нам нужно, в общем, тут усовершенствовать наш агрегат, чтобы баще противостоять всем этим ублюдкам. Мне нужно вот такую вот штуку улучшенную, да, сделать шестерню эту главную, как она там называется. О, у меня есть складской модуль МК-2. А я могу его типа прям поставить? Куда? У меня здесь все занято. Так, а как мне сделать? Я, наверное, вот так вот сделаю. А чё? Почему? В инвентаре нет места. Ага, ну я понял, все. Надо, короче, скинуть вот этот хлам сюда. Это сюда, это тоже сюда. Вот это, куча железяк у меня всяких разнообразных, интересных. Какие-то кристаллы даже появились. Бойлер. Части корпуса. Вот это. Ага. Так, а тут у меня на втором этаже здесь... Ага, ну да, здесь получается... Я просто поставлю, попробую вот это поставить. Не понял, оно типа на две секции ставится, что ли? Блин, оно типа реально на две секции ставится? Или как? Подождите, что-то... Ну-ка. Вот это... Ну давайте вот эти две уберем, они вроде как пустые, у меня не должно ничего пропасть. Да, 72. Слушайте, нормально вообще, 24 против 72, конечно. Надо второго уровня ставить. Ага, просто нажал, и все, я на это, да? Окей, без проблем, отлично. Так, теперь мне куда вот это деть, я не знаю. Спрей тул, это все окей. Мне его надо где-то изучить, или мне надо его произвести? Модуль. Нет, постройки, устройства, компоненты. По-моему, это в научном. Этом, да, делается? Технология производства, технология чистки. Нет. Блин. Нужно главный узел. Мне типа его надо найти, да? Здание. Улучшите главный узел. Нужно улучшение продвинутое. А как это делать-то? Так, немного не дурбаем. Мне нужно апгрейд сделать. Две железные трубы. Ноль доступно. Почему ноль доступно? Вот же железные трубы. Или мне типа их так надо? Необходимо улучшение. Улучшение базовая наука отсутствует. Вот. Два датчика. Данные наука МК-1. Научная технология. Данные наука МК-1. Готово. Две штуки надо. Есть. Нет доступных активных модулей. Научный модуль МК-1, МК-2 или МК-3. У меня нет научного модуля, серьезно? Компоненты, модуль. Научный модуль, МК-1. Конвертер и три листа меди. Пожалуйста. Что за конвертер? Непонятно. Непонятно. Хорошо. Спрей тул. Тут у меня... Station Production этот. Я, наверное, просто дверь уберу и сюда научный модуль воткну. Раз уж на то пошло. Ну давайте, да, давайте пойдем вот до того, до плавильщика. Сколько у меня гранат? Нет, надо гранат наделать. У меня, по-моему, что-то все закончилось. Типа, все патроны, все порохи. Так что я не могу ни гранат сделать, ничего. Так, вот это отменяем. Это вроде у меня еще что-то есть. Так, инструменты, граната. Черный порох. Да, у меня есть только сера. Ее надо вот сюда положить. Да, блядь, как... Господи, как же я... Просто, блядь, какой-то пиздец. Так, это вот оно? Нет, это не то, это продакшн. Мне нужен очиститель. Блядь, сука. Бесит. Почему так туплю-то, ёб вашу ж матушку. Station White Scrap, это оно? Station White Refinery. Какой из них лучше?
Наверное, блядь, ну... А, это мусор уничтожать, а это очиститель, да. Так. Ага. И чё? А, его же надо отсюда собрать. Fashion Light Scrap. Короче, блин, немного тупо, что... Короче, немного тупо, что вот эти вот кнопка... Ну, хотя да, и можно и на Е, и на мышку. Я просто привык на мышку, блин, а когда в руках оружие... Короче, надо отвыкать на мышку активировать эти штуки. Нужно делать на эти... На букву Е, короче. Вот, да, подошел, букву Е нажал, все, нормально. Здесь вот так вот активировал. Ага. Где гранаты? Гранаты забираю. Тут что-то еще полезное есть. Так, здесь патроны для пушки. Модуль с дробовиком. Но мне нужно удлинить мою штуку, потому что, чтобы было побольше этих. О, о, какие-то мощные бронированные чуваки. No, не трогайте меня. Блин, что ж лагает-то? Суки, суки, ты где? Куда ты убежал-то? О, здесь. О, что такое у него? Какая-то кирка прикольная, новая. Охренеть. Фига, тут, слушайте, чуваки-то пошли вообще нормальные, мощные. Еще одна кирка, какая-то улучшенная башка у него. Необработанные кристаллы, охренеть. А прикольно, мне нравится, мне нравится. Ну-ка. Да, вот нажимаешь на 3. И что можно делать? О. Типа, а, дерево не рубится, да, здесь? Ну ладно, ладно. Ну, сейчас мы кого-нибудь закошмарим. Вот, научный модуль. Давайте, я давно научный модуль не кошмарил, двухзвездочный. Б, однозвездочный-то никогда не кошмарил, по-моему, один раз всего. А тут целый двухзвездочный. У нас 10 минут, за 10 минут нужно успеть закошмарить этих чуваков. Подбираем хлам, подбираем хлам. Давайте пойдем попробуем их всех подорвать к чертям. Надеюсь, я успею, надеюсь, успею. Так, блин, тут это, проход-то есть, а там чё? О, я смогу просто во время издержания туда убежать, в эту шахту, как раз ресурсиков там понадобываю всяких разных. Ну давай, 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 а, здесь же вот, здесь прям тропинка сделана для таких дураков специально. Вообще нормально. Ну, я легких путей особо не ищу. Не попал. Давай. Да, блядь, давай. Не трогайте меня. Блин, я тоже хочу такой пулемет. Суки. На, нахуй. На, сучка. Блин, я тоже хочу, чтобы у меня была пулеметная турель. Фига, она вообще прикольно стреляет, офигеть. О, нихуя он наш улетел. И дали? Прям из стратосферы вернулся. Давай, 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 давай. Нет, тут, короче, вариант только подбежать очень близко. Вот так вот. Блин, она... Давай, давай, давай. Сука. Блядь, нет! Не трогайте меня! Нет! Сука! Не трогайте! Охуеть, охуеть! Блядь, фига, слушайте, вообще опасно-то как? Я же бы... Вот эта защита у них охренеть можно вообще. Блин. Ну, слушайте, конечно, против пулемета с дробовиком это вообще такая себе идея, блин. На дальних расстояниях-то особенно. Ну, вот только в упор работает ему рожу прострелить. Сюда иди. Все, у вас хотя бы хоть что-то полезное валяется в ваших жопах железных. Че тут? Ага, ну... Блин, ну их такая толпа была, откуда они вообще прибежали, я что-то нифига не понял, их так много. У них типа так быстро вот это производство налажено, роботское или чё? Мне такое не нравится, мне такое не очень нравится. Блин, гранат у меня нету. С пистолетом, конечно, я вот эту турель. Ну так себе идея, взрывать ее. Он еще...
И еще идут, блядь. Вот идут и идут вот. Вот откуда вот их столько? Откуда их столько-то? Блять, охренеть можно. Просто ебануться. Ладно, попробую подойти как-нибудь. Блин. Ай-яй-яй. О, я изнутри сейчас ее уничтожу, короче. Изнутри, да-да-да. О, у меня же новая кирка. Она, интересно, быстрее сломает эту дверь? Должна-то быстрее ломать. Раз. Раз. И этих ядроголовок тоже должна быстрее уничтожать. Так, здесь сломали. На, сука. Фига, с одного удара просто его вынесло. Охренеть. О, давай. На. Слушайте, этого долго убивает. Этого убивает довольно долго. Мне, короче, знаете, что надо? Надо вот патроны для дробовика вот эти мощные. Мне нужно как-то вот эти потратить. Не знаю, каким образом. Здесь у нас что? Ага, понятно. Тут у меня верстак, а я смогу... О, у них даже не прокачанный верстак получается, потому что я не могу сделать эти... О, модуль науки. Не могу сделать даже здесь гранаты. Вот, сейчас как раз потрачу все эти патроны. Так, 6 минут осталось. Здесь что-нибудь есть прикольное у них? Регулятор. Создайте схему рабочих модулей, чтобы ее активировать. А, ну все, я понял. Это типа открывать только необходимые модули. Но мне как бы пока этого не надо, не знаю. Я пока необходимости в этом особой не знаю. Тут, короче, только много рычагов. В этих всех штуках надо как-то, не знаю, типа разбираться, что-то как-то там регулировать, подключать. Я, в принципе, просто не знаю. Подошел, что-то там, блядь, активировал, что-то собрал, в принципе, сильно муторно, не заморачиваюсь пока что. Сломанный научный модуль 2. Патроны, насос вот. То. Где он? На, сейчас, блин, да производишься, манда. Давай. Кто-то топает. А ты где? Где? А откуда он мне стреляет? Сука. Пошел нахер. О, кто-то прибежал. Я же все эти штуки сломал у них. Откуда он взялся? Блять, непонятно. Ладно, здесь, короче, ломаем эту... Все модули должны быть по бокам. Короче, надо сначала вот эти... нанести урон, как я понимаю. Какой-то максимальный, чтобы достать, короче, вот эту шестерню. То есть ты когда ее ломаешь... до определенного уровня. Вот эта херня, она потом как бы типа открывается. И можно ее забрать. Какой-то уровень там повреждений должен быть, по идее. Ну, по крайней мере, так я захватывал свою первую машину. Когда просто доломал до определенного уровня. Или типа вот пока она взрывается, да, вот этот момент, то есть несколько секунд до взрыва. Нужно успевать, ну, шестерню-то собрать. Или как? Все, надел. Сейчас еще не открылось. Чтобы повредить бровосуду, уничтожьте все модули по бокам и сверху. Давайте по бокам вот это сломаем. Здесь взорвали. Это взорвали. Давай. Ага, отлично. О, вот она вылезла. Нужно хотя бы... А как? Я не могу взять? Или его типа прям найти надо? Я вот это не понимаю. Вот главный узел. Как мне забрать его отсюда? Улучшенный главный узел для средних боровых судов ставится в ячейку улучшенного главного узла. Или вы мне предлагаете захватить судно? Нет, я хочу типа это... взять все. Опять что-то там производит. Или он у меня потом... короче, вывалится по запчастям, я смогу его просто собрать уже самостоятельно или что? Я вот этого не помню. Я помню, что первого уровня делается на верстаке, по-моему, вообще. Вот это вот я точно помню. Ага, еще остались. И вот это. На, сучка. Все, заебись. Доломал. Что у меня... О, у меня полный инвентарь.
Слушайте, а если я реально вот сейчас выкину просто вот, у меня будут использоваться мои? Нет, прикиньте, они... Нужен, короче, улучшенный дробовик, получается. Охренеть. Серьезно? Зачем я тогда их с собой таскаю? Нужно будет их выложить. Тупо вообще. Ну ладно. Части гусеницы. Сломанный модуль МК-2. А его можно как-то типа сделать там? Три минуты. Блин, что бы выкинуть, что бы выкинуть. Давайте аптечку выкинем. Собираем, собираем. Собираем, собираем. Гусеницы. Здесь что-то еще. Что-то еще. О, кстати, вот эти штуки она с одного удара он забирает их. Так, патроны, патроны. Давайте патроны выкинем. И вот этот. В инвентаре нет места. Давайте обычную кирку выкинем. Нахер она нам теперь нужна, да, раз у нас есть крутая, улучшенная. Разместите предметы. Бежим, бежим, бежим домой, бежим домой. Бежим домой. Во, фига там толпа тоже вон там патрулирует местно. Они, они, суки, все ко мне, что ли, идут? Или как? У меня уголь кончился, да? Получается, топливо кончилось, потому что он вон показывает. Ай, свержение! Давай, быстрее, 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 быстрее! Быстрее, быстрее! О, а вот сейчас зарядились вот эти улучшенные, кстати. Вот сейчас показывают, что улучшенные заряжены. Сейчас он должен лучше их убивать. Нужно было, видимо, просто потратить, получается. Надо восстановить здесь то, что покоцали. И, ну, я за минуту-то успею спрятаться. По идее, это должен успеть. Ай, блядь, давай, 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 давай. Что там повреждено, я не вижу. Я не понимаю. А что у меня? А, у меня нет ремнабора, да? Ну все, давайте под землю и потом буду чиниться. Все, под землю. Здесь, значит, выкладываем все добро. Это выкладываем, это выкладываем, это выкладываем, это и это, и это. Головы. Кирка зачем-то. Блин, столько кирок. Зачем я их подобрал, непонятно. Надо их... А, нужно, короче, мусорный этот построить. Вот что, да-да-да-да-да. Ага, все, здесь все наложили. Надо вот такую штуку построить. Сейчас надо ремнобор забрать. Вот, ремнобор берем. Чиним. Это починили. Здесь починили. Что-то еще сломалось. А, все остальное вроде бы целенькое. Все остальное вроде бы целенькое. Нужно связаться с капитаном. Мне нужно построить вот такую устройство. Вот, Station White Scrap. Медные трубы, серный порошок. Но у меня, блин, устройство серного порошка нету, да? Да, блин, короче, тут... А как, блин, как вот улучшить... Улучшение, вот, кстати. Усиленный бур есть, усиленный корпус есть, но нету... Drillship и Override Core. Предметы на складе правосудны. Данные производства МК-1, данная очистка МК-1. А что это такое? Override Core Allowing to Capture T1 Cog Drillship. Но мне же нужен не такой, мне нужен вот такой. Улучшенный. Так, боеприпасы, окей, инструменты, модуль. А здесь что надо? Улучшенное базовое производство отсутствует. Что мне нужно вообще? Да у меня тут даже вот этих нету улучшенных штук. Ну, мне нужна наука. Научный модуль МК-1. А научный модуль МК-1, МК-2, я его не могу сделать, потому что у меня только первого уровня. А где брать, сука, другие? Видимо, нужно вот это улучшить. А для того, чтобы... Короче, я не знаю, надо где-то искать у этих чуваков в закромах. Потому что так, я не понимаю, как это работает. С капитаном нам говорить не надо. Блин, короче, в каком-то некоем я ступоре, тупике. Я пока немного не понимаю, что мне нужно сделать. Ну, то есть, где это все искать? Скорее всего, это нужно просто по этим чувакам бегать и смотреть, где это все валяется у них. Ну, где-то на складах, скорее всего, это все должно быть. Турель, турель, турель. Турель с дробовиком. А у меня на этой стороне-то есть турель? Вот здесь. Да, здесь есть какая-то турель. Насос, а че я его не выложил?
И вот, так, вот это надо выложить. Ремнабор. Пока выложу. Давайте, побежали, короче, добывать еще что-то новенькое. Научный модуль, литей, это какие-то машинисты, литейщики. Нужно улучшение продвинутого производства. Найдите главный узел бурового судна. Ну, короче, надо, да, шарить по этим штукам. И, по сути, типа, как на складе у них искать, где валяется. Потому что по-другому что-то пока не получается. Либо нужно что-то, какие-то вот эти вот модули улучшенные искать. Вон эти броневики вылезли. Улучшенные модули, короче, находить и их уже ставить. И на их основе производить, вот, ну, новое производство запускать. Надеюсь, что где-то я хотя бы одно найду. А что за кристаллы, я вообще не знаю. Ну, мне сейчас нужно до второго. У меня, короче, сейчас проблема в том, что я... у меня все производство первого уровня. Мне нужно прокачаться до второго уровня. А для этого мне нужно, получается, где-то найти вот это все. Я, по-моему, даже слитки железные сейчас до сих пор делать не могу, потому что у меня просто нету технологии, техпроцесса для этого. Поэтому мне нужно рыскать вот по вот этим мудакам. Блять. Ай, блять. Пипец. Мама родная, мама родная. Ай, блин, здесь тоже. Сука. Ай, блять. Нифига я ворвался на вечеринку. Охренеть, слушайте, здесь столько. Блять. Отвалите. А, блин, он их не убивает. Блять, пацаны, пацаны, пиздец. Пиздец! Живи, ёпую мать, живи. Охуеть, охуеть, я, конечно, ворвался. Я прометчиво все поступил. Мне, по идее, это надо бы найти было кучу серы. Кучу серы. И... Да, блять, почему ты не вылечился-то? Кучу серы, наделать порока и наделать этих... Блять, я не... У меня брони нету. У меня нет брони больше. Пиздец. Пиздец. Охренеть вообще. Просто ебануться. Слушайте, ну очень мощно. Очень мощно. Короче, не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте, знаете, как сделаем. Штуку мою опускаем. Нет, надо не вызов. Надо, что там, на шестерочку, да, чтобы он уехал. Да, все, отправляем его вниз. А сами, короче, сейчас будем добывать ресурсы. Мне нужна сера. Мне нужно пороха наделать, чтобы у меня были, блядь, брони, грубо говоря. Ой, не брони, а, короче, чтобы много было гранат. Было много гранат, и я мог просто их как-то, ну, побыстрее уничтожать. Потому что с моими этими долбопушками я ни хрена не могу. Ни хрена не могу, абсолютно. У них еще такая толпа, они стали еще бронированы жестко. Взять все. Там взять все, здесь что-то есть еще. Ну это какая-то угольная, да, по-моему, шахта. Тут больше проходов-то нету. Больше проходов здесь нет. Ладно, надо вниз идти. Давайте идем вниз. Вот здесь что это у нас? Ага, ну это у нас первая производственная штука. Здесь, по сути, тоже первого уровня. Здесь даже ничего сделать-то и нельзя в этом месте. Ладно. Что тут вообще есть еще? Кристаллы, патроны. Ну хотя бы патроны какие-то улучшенные стали попадаться. Уже неплохо. Ну, уголь мне пригодится в качестве топлива, потому что, я как понял, у меня там что-то его маловато стало. Так что здесь мы сейчас... Перетываемся, перекантуемся немножко. Но нужна сера, конечно, нужна сера с углем для того, чтобы делать порох. Блин, и нужно где-то как-то улучшаться, я не знаю. Но жестко, что вот у них, по сути, я сколько уже к ним не приходил. Как-то они наблюдаются-то у них вот эти все модули, улучшения и так далее. В основном только все сломанное. Как из этого всего сломанного что-то вычленить? Конечно, немного непонятно. Надо посмотреть, будь в научном модуле, могу ли я там наделать какие-то, ну, предметы, инструменты, с помощью которых можно улучшение сделать.
Блин, здесь такая темнотища, ни хрена непонятно, где что вообще как. Фига, тут это, я прям под этим, что ли, нахожусь. Пред вулканом. Ну, не вулканом, а это такой штукой, которая извергает лаву. Какой-то там колодец лавовый. И чё? О. Раз, раз. Нифига не вижу вообще, темнота такая. Солнце в монитор светит, из-за этого полнейшая тьма. Ой, блин, куда я попал? Пипец. Ладно, ладно, короче, надо выбираться на поверхность, потому что здесь, в принципе, я вроде как вообще все уже посмотрел. Ничего особо тут уже не осталось. Весь уголь я добыл. Ага, ага, ага. Все, давайте наверх. Надо искать серу, надо искать серу, самое главное. Мне нужны гранаты, мне нужны гранаты. Да я же его отправил, блядь, вниз, сука. О, повреждено, блядь. Совсем, что ли, охуели? Вроде бы его отправил, а не, он ни хрена не отправился. Блядь, твари железные, а? Железные мрази. Блядь, как их заебали. Да отвалите от меня. Ой, блядь, ой, блядь. Не трогайте меня. Блядь, как я вас ненавижу. Сука, сука, сука. У них у некоторых бывают гранаты валяются. Это не этот случай, это не этот случай. А-а-а, блядь. Давай, 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 давай. Сволочи. На, сука. На, еще один. Давай, давай, тварь. На. На. Башку тебе, он на... предсмертно что-то там выстрелить успел. О, граната, да, я не знаю, Блин, ну конечно, без брони, без гранат прям вообще печальная беда. Прям реально. Вон еще бегут уёбки. Здесь их, конечно, стало очень много, этих патрулей. Блин, я хочу себе такую штуку, как у них, по-любому, вообще. Да, блин, серьезно? Ай-вай-вай, вай-вай-вай! Нет-нет-нет-нет-нет! Не убивайте, не убивайте, не убивайте! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Подлечился. Блять, надо вызывать, надо вызывать, надо вызывать. Давай, давай. Занято. Сука, занято. Где? Мне нужна точка высадки какая-то. Нужна точка высадки. Скалистая тропа, надо туда вызвать. Блять. Давай, давай, давай. Блин, достали меня преследовать, твари. Пошли нахер. Охренеть, охренеть. Давай, давай, вызывай, вызывай машину. Глубокий провал. Слушайте, вы что, вообще наркоманы? Ебать их там, целая армия. Жесть вообще. Блин, они все ближе. Твари. Твари. Давай, 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 на... блин, надо сюда, надо сюда. Надо, чтобы, короче, меня моя турель защитила. Давайте, давайте, давайте. Турелька, турелька, защищай меня, турелька, турелька. Блять. Ай! Не надо! Не надо! А-а-а! Сука, потно! На нахер! На, сука! Фу! Че, убегаешь, мудак? Застал сразу. Фу, блин, тяжело, тяжело, ребята. Жестко вообще. Но зато экшон какой-то, да, пошел? Пошел какой-то экшон. Давай, иди сюда, мразь. На. Пизда тупая. Еще там кто-то идет, блин, смельчаки какие-то вонючие, роботские. А че у меня, почему не открываются модули? По хера, блин. Половина просто не... Здесь вообще модуля нет, серьезно? Почему? Что за херня? Сломали, что ли, модуль? Охренеть. Здесь-то понятно, здесь дверь у меня.
Давайте так, давайте выложим все ненужное. Порох, руда, металлолом. Вот это все выложили. Это бойлер. И вот это. Окей. Апгрейд необходимо. Базовая система очистки. Ладно. Здесь мы это поставим. Порох, серный порошок. Мне надо, по-моему, это отменить все. Мне просто для чего-то нужен был серный порошок. У меня серы нету. Нифига нету. Модуль электростанции, боеприпасы, постройки, устройства, научный верстак. Это мне все не надо. Модуль здесь у меня ничего лучшего нового нету. Компоненты. Мне, короче, нужно медные болты. Медные болты. Давайте кучу. Надо кучу брони наделать. Листы меди, листы меди. Делаем. Медные трубы. Мне нужен медный слиток. Серьезно, у меня нету. Блин, надо, короче, знаете, что? Надо отсюда валить и туда, в эту, в обычную, короче, зону. Потому что здесь ни ресурсов нету, ни хрена не осталось вообще. Железные гильзы. Инструменты. Надо, короче, научный модуль. Вот сейчас я залезу, посмотрю. Ящики все пустые. Данные производства МК-2, производство МК-1. Гидравлика. Давайте такой сделаем. Чертеж. Научный модуль МК-1. Технология очистки МК-2. МК-2 давайте сделаем. Научная технология наука МК-2. Наука МК-2 поставим, пусть делается. Теперь, значит, мне нужно... Длинное побережье. Нет, мне нужно выбраться отсюда. Нужно куда-то в начальную локу попасть. Железная руда. О, части у корпуса. А, это тоже типа можно лазать? Серьезно? Словно производственный модуль. Гидравлика. Пипец, конечно, вообще. Всякого валяется интересного, нормально прям. Окей. Сейчас мы посмотрим, что здесь еще есть. Карта достаточно неплохого размера. Мне, короче, надо вот сюда, да, вернуться. Я сейчас куда-то на севере. Ну, там, видимо, еще какие-то улучшенные, что ли, зоны. На севере, судя по всему. Оп, лом железа. Нет, сюда, вот сюда я на лаву я точно забираться не буду, потому что нахер надо. Блин, я один раз уже залез, потом пришлось пол корабля восстанавливать. Нет, сюда. Это мне нужно какую-то там улучшенную температуру. Но она как бы и так повыше стала. Но нужно, чтобы прям по максимуму было. Так, давайте сюда, давайте сюда. Это что, гусеница, да, улучшенная? Блин, как попасть-то? Мне нужен тоннель, мне нужен тоннель. Тоннель. Глубокий привал какой-то. Нет, давай, ищи тоннель, сучка. Скалистая тропа, восточные высоты, проход к следующей зоне, смертельная ловушка, вот тоннель между первым и вторым. Но это я, по-моему, сюда вот так вот, когда пролез, у меня все к чертям взорвалось. А мне нужно, нет, мне нужно не так. Я не хочу заново все это сейчас восстанавливать, лазать. Тут нет случайно какого-то другого тоннеля? Ай, блядь, нет. Блядь, попал. Короче, я не вижу здесь никаких проемов, проходов туда. Может, какой-нибудь тоненький там перешеек хотя бы через легкую это будет лава. Тоже нет. Блин, я, короче, какой-то, да, здесь небольшой западне. Ну-ка, вот я сейчас снизу сейчас там увидел. Снизу вот здесь. Раз, ну-ка, давай. Вот тут есть что-нибудь, проход какой-нибудь? Это же мягкие ткани, да, мягкие ткани. О, вот, кстати, тоненький перешеек, где бы я мог попасть. Точно, шикарно вообще. Смертельная ловушка. Ну давайте сюда попробуем вынырнуть. Это, по-моему, начальная лока как раз. Здесь все должно быть БМ. БМ симпотно. Че у меня тут кстати, по броне? 5 штук броней. Модуль.
сегмент бурового судна, сломанный вот научный модуль, вот его переделать в обычный нормальный модуль, типа первого уровня, было бы, конечно, нормально. Ой, не первого уровня, в смысле второго, из запчастей собрать один какой-то. Это что-то прям какая-то вообще печалька, пипец, блин, у меня развитие встало. Я не хочу, чтобы у меня развитие вставало на месте. Блин, надо все, надо, короче, добывать серу, наделывать кучу гранат, прям миллион гранат, и идти долбить этих уродов. Это медь, да? Ну, медь, в принципе, у меня тоже, кстати, закончилась. У меня вот основные ресурсы вообще... О, зато вот эти начальные ресурсы, видали, как добываются? Просто с одного удара. Да, блядь, чё ж он здесь поджаривается? Не надо! Поджаривайся, пожалуйста, пожалуйста! Бум, бум, два удара, все готово, вообще нормально. Ага, ага, отлично. Так, еще куда тут можно еще пойти? А, вот это дырка. Обсерватория, зона добычи технологий. О, давайте, давайте сюда сходим. Я могу метку поставить? Могу метку поставить? Блин, нет, не могу. Да не надо мне это. Блин, все кнопки понажимал. Так, давайте-ка в эту, да. Но здесь же получается написано, да, наука номер один. Здесь плавилка номер один. А, о, вот оно что, видите? А, вот, здесь, короче, старый молот, зона добычи технологий номер два. Вот мне что надо добыть-то, получается. Мне нужно туда отправиться. Вот здесь вылезти и по этим по домам пошарить. Короче, да, все, я понял. Все, кажись, меня немножечко осенило. Отлично. Значит, теперь у меня... Надеюсь, что я правильно все понял. И мне нужно просто... туда приехать и забрать там эту технологию. Это у нас уголь, да? Нет, не надо не уголь, мне нужно медь и сера, короче. Медь и сера. Здесь, сюда я заходить не буду. 6 минут. Мне нужно побегать, подобывать основные ресики. И потом отправляться уже туда. Ага, медь добывается, там на пляжу что-то валяется, какой-то уголь, кажись. Прикольно, прикольно. Так, ну что, будет что-нибудь валяться-то нормально? Или типа сера валяется только вот возле вот этих озер огненных? Ну, скорее всего, потому что в основном примерно где-то там она и появляется. Но здесь хотя бы, если уроды мне встретятся, они будут хотя бы лоховские такие первого... Левела не прокачано, я смогу с ними быстренько расправиться. Это мне на пользу, это не на пользу. Так, медь заебись, добываю. Ну, ну, ну. Где? Вот она. О, здесь что-то еще валяется, интересно. Какой-то модуль сломанный. Ну, модуль науки МК-1 сломанный производственный. Из них бы сделать из запчастей просто за раз и собрал один какой-то. Но я такого не видел, что так можно было делать. Это, конечно, отстой. Так, я еще, насколько, если не забыл, мне нужно сделать мусорный станок, чтобы потом, короче, в ресурсы переделывать всякие предметы готовые, которые я подбираю, ненужные, чтобы они не захламляли просто так мой склад на моей машине. Отлично, отлично. Отлично, давай. Интересно, сколько серы я там уже добыл? Я добыл 10-18. Там один к одному производится? Ну, наверное, да. 11 здесь добыто, здесь еще 14. Ну, вот сейчас будет много гранат. Что, так-то я добыл неплохо. Еще какой-то модуль валяется. Все, думаю, теперь можно... О! Кстати, кстати, кстати. Что я тут нашел? Научный модуль, производственный верстак и... крупный, значит. Понятно, короче. Просто хлам, просто хлам. В принципе, это мне особо не надо. Блин. Давай, 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 давай. Сматываемся. Надо сматываться, короче. Время уже 3 минуты.
Надо возвращаться и погружаться. Убегаем, убегаем. Тут такие, типа, прям огромные вкрапления, медная такая супержила. Жесткая. Жалко, что ее, типа, добыть нельзя. Так бы можно было долбить, стоять 3 часа, и с нее бы сыпалось, и сыпалось, и сыпалось. Удивительно, но я никого не встретил. Они, короче, перегруппировались, проапгрейдились и решили, видимо, туда улететь, на северную часть острова, чтобы там меня уже в более лучшем виде встречать. Ну, просто здесь-то я их кошмарил прям вообще очень сильно. Они, видимо, решили это не рисковать своими ресурсами уже и кадрами. Поэтому оставили меня в покое хотя бы на этой части карты. Ну, мне же лучше, я не трачу драгоценное время, буду заниматься полезными делами. Блин, 2 минуты надо успевать. Но я вроде бы рядышком так, по идее. Так, здесь у нас ничего такого нету. Какое-то здание полезное, в которое можно там забраться или что-то еще. А, вот здесь, смотрите, есть еще подвал какой-то. Давайте заберемся. Ну, это, по-моему, научно вот это, да? О, сера, кстати. А, че мне выкинуть? Да вот эта хрень мне вообще не нужна. Давай. Вот это сюда. Ну, это верстак. Понятно. Все, короче, это все начальный уровень, мне это не интересно, у меня все намного баще. Это что такое? В инвентаре нет места. Ну, это опять же какая-то запчасть какого-то там модуля, который мне особо это и не нужен. Все, мне надо побыстрее отсюда уходить. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее на машину мою шайтанскую. О, блин, прикольно. Жалко, подкатики делать нельзя. Чтобы просто с горочки скатиться. Все, начинает же бунтоваться, начинает забунтоваться. Нужно сматываться. Залезаем в наш агрегат. Все, и улепетываем отсюда. Улепетываем. Погнали вниз. Складываем все лишнее сюда. Раз, 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 раз. Рез, 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 рез. Отлично, у меня дофигелион теперь медных этих. Давайте поставим производиться их. Кучу делаем серного порошка. И надо наделать, блять, миллион грамм. Нет, не модуль, устройство, вот это white scrap. Давайте поставим этот white scrap. У меня тут здесь как раз. Ай, блин, забываю, забываю. Здесь что, покоцали что-то? Блин, опять ремонтного модуля нет. Ты что, издеваешься? Так, здесь починили. Есть еще что чинить? Бур, да, получается только. А, вот здесь ни хрена себе, видали? Почти сломали, блин, мою турельку. Здесь вроде бы все целое. Так, мне теперь надо залезть на... О, а он вот так, да, прям чинится. Да, блин, зачем я это, блядь, зачем я это забрал? Какую-то кнопку нажал, мне просто взял, все перекинул, все, что было. Зачем? Мне нужно... Вот, вот. Вот эту штуку. Давай ее поставим здесь. Ага, вот, я теперь могу переработать... Это в черный порох. Медный слиток 5 штук. У меня как раз вот здесь одна лишняя есть. В медный слиток, в медный слиток, в медный слиток. Ага, ну вот. О, нифига, титановый слиток. Здесь какие-то и далеко вообще пулеметины есть, жесткая вообще. Офигеть. Медная дверь. Предмет на складе судна недоступен. Медная дверь. Это все, что он может переработать? Ну, так-то не очень много, если честно. Серный порошок модуля чистки нужен. Ясно. Мне нужно сделать очень много гранат. Очень много гранат. Где гранаты? Вот они. Медных болтов надо много. Давайте сделаем столько. Делаем кучу гранат. Делаем, делаем. Нужно еще, наверное, броньку тоже. Альфа 4, выбрать броню в ячейке инструмента. Интересно, будет броня улучшенная, типа номер там 2? И будут ли вот эти дробовики, либо пистолет улучшены? Скорее всего, здесь просто патроны, то, что улучшенные. А не от них. Хотя вот есть железный гильз, но это для улучшенных этих, да?
То есть вот это у меня есть, откуда я вот это у меня взялось? Это потому что я это нашел? Нет, я это произвел. Короче, что-то немного я уже все подзабыл, как все это работает. Черный порох и медные трубы. Так, медные трубы готово. Черный порох. Черный порох, давай, производим черный порох. Нужно миллиард гранат. Во, во, вот это другое дело, вот это другое дело, я понимаю. Сейчас я уже смогу, в принципе, закошмарить народ. Вон у меня куча брони, куча гранат. 5, 10, 15, 20, 25. 25 гранат. Что еще не хватает? Медные болты, да? Давай, болты. Уже по максимуму, короче, чтобы инвентарь забить прям гранатами. Потому что если я буду ими обкидываться, то они будут вообще очень быстро кончаться. Давай, 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 давай. Мне нужно туда съездить, короче, сейчас на ту. Так, как я вот отсюда, да, я пролез. Да, едем сюда. И мне нужно попасть туда, поближе, короче, к тому зданию вылезти. Поверхность. Вот сюда мне надо. А я могу просто, типа, нажать, чтобы он сюда прям ехал. Я, короче, здесь. Мне нужно... куда-то сюда. Глубокий провал. Нет, нужно еще, короче, чуть-чуть повосточнее вылезти. Здесь есть еще одна. О, часть усиленного корпуса. Отлично. Производственный модуль. Давай. Надо по-любому это все собирать. Длинное побережье. Здесь что? Здесь ничего, да? Поверхность. А, вот как раз. Вот, длинное побережье. Да-да-да-да. Надо здесь вылезти. Надо здесь вылезти. Пока эти чуваки не заняли, надо здесь вылазить. Да, блядь, куда ты поехал, ёб твою мать? О. Чё тут не хватает? Болты, болты, давай. Медный слиток. В смысле, я все, у меня все потратилось? Я ж столько меди добыл, чё, ебать? Давай, 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 производи, производи. Серьезно? Так мало? Охренеть, чё так мало-то? Жесть вообще, конечно. Ну ладно, что делать? Медные болты. Медный слиток 0 доступно. Пипец. Что, железо вот с углем и вот этих кристаллов миллион. Ну ладно, в принципе-то, в принципе, вот, почти у меня взобитое, да, все. Этого должно хватить, чтобы, ну, хоть что-то там кошмарное сделать этим уродом. Так, где там этот был? Здание... Вот, вот, оно вот здесь должно быть. Здесь мне нужно добыть какой-то модуль. Где-то его надо взять. Вон, уже идут, пасут меня. Ну давай, налетай. Уроды. Давай, гранату получаем по жопе. На, сука. Блять, не попал. Какого хрена? Какого хрена? На, сука. Вот, вот такое мне больше всего нравится, когда просто уроды эти разлетаются. Заебись. Так, чё, где здесь подвал был? Вот он. Скрываем подвал. Надеюсь, там будет какой-то модуль интересный, производственный. Мне... Да блин, чё он? О, теперь нужен фонарик. Здесь у нас чё? Ну и? Главное, это не то. Подождите, я не понял. А зафига он на карте тогда показывает? Вот. Или это в другом здании просто можно сделать? Ну-ка. Это, не, это, кстати, неразрушаемые штуки. Или, ну, вот здесь все дома. Или что, куда идти-то здесь? Есть какой-то дом, где все это лежит? Там шмаляет. Я не понимаю. А, вот, смотрите, это оно? Словно производственный модуль МК-2. А я из него смогу, получается, сделать просто потом эту шестеренку, да, как я понял? Я же его, типа, вот он был. Я его, типа, подобрал. То есть склад? Я не понимаю, что это значит. Ну, давайте заберемся, посмотрим. Давайте заберемся, посмотрим. В принципе-то все остальное я вроде как подобрал. То есть там подвал-то один.
Так, мне что чинить? Мне нужно вот это починить. Тут что-то поломали. О, фига, они его убили, он на месте замер. Нормально вообще. Кстати, кирки не переделываются в той штуке, видимо, потому что слабо это. Ну, низкого уровня. Да все, разбирайтесь сами. Что вы заебете? Какие вы душные, ребята. Просто жесть вообще. Так, есть что чинить? Вот есть. Турельку чиним. Да чинись. Кончилось, что ли? Ладно, давайте это. Оп. Надо положить сюда на склад. Где он? Вот так вот это. Ой, нет, патроны там мне нужны. Вот сломанный модуль, две штуки я положил. Я теперь могу сделать из него, типа, производственный модуль номер 2. Не могу. Почему, блядь? Улучшение. Данные производства МК-1, данная чистка МК-1. Компоненты, инструменты, модуль, устройство. Блин, почему так тяжело? Я вторую серию не могу нормально ничего, ну вот это вот, сделать улучшение почему-то. Какая-то лажа вообще. Нифига не врубаю. А, что там надо было? Чистка. Технология производства МК-1, МК-2. Научный модуль МК-1. Но самое смешное, что вот мне типа нужен научный модуль. А я могу хотя бы первого уровня модуль-то сделать? Модуль научный. Медные болты и конвертер. А что за конвертер? Я, блядь, его... Не помню, конечно, встречал хотя бы раз. Где он вообще может быть? Что за конвертер? Как он выглядит, блин? А, я примерно понял, как он выглядит. Я вспомнил, как эта штука выглядит. Ой, нет, блин. Опять сюда нажал, опять сейчас все залагает. И здесь... Кирку вот я не могу, кстати, переделать. Более типа, ну... Ебать, нихуя кошмарит, видали? Аж что трясется. Вы чё, больные? Охренеть, вообще с них шатает. Две кирки, блин. Зачем мне столько кирок, блин? Я даже их, наверное, подбирать уже не буду. Не знаю. Миллион. Они не перерабатываются, тем более. Вот патроны можно, головы можно. Фу, так, что у нас там по времени? Время уже подходит к концу. Ага, складской модуль, улучшение начальная наука. Объект, это что такое? Сегмент броусудна, что это? А, это типа в этом куске склада, да? Улучшение. Хуя, не видали там бомбят меня? Вы чё, блядь? Ебануться, ни хрена они нормально долбят вообще. Как будто это они, знаете, гранатами в меня... А, они, наверное, в меня реально гранатами кидают, так, кстати. У них же иногда у некоторых гранаты можно найти. Принять можно. Ладно, ребятки, у нас время уже подошло к концу. В этой серии мы что-то немного поездили, подобывали ресурсы второго уровня. Так я и не нашел эти... модули, не знаю, надеюсь, что в следующей серии все-таки получится что-то нарыть, надыбать, я получше там подготовлюсь. То есть, по крайней мере, у меня есть броня, есть гранаты, если что, мы сможем закошмарить несколько этих буровых установок второго уровня этих чуваков. Поэтому думаю, что в следующей части поиграем в Рэмбо, и ситуация должна быть получше, поинтереснее. В этой серии я, по сути, просто от них скрывался, убегал. Вон еще толпа бежит. На этом у меня, ребят, все. Большое спасибо, что посмотрели видео до самого конца. Не забывайте поставить лайк, комментируйте видео, подписывайтесь на канал на YouTube, канал на Рутубе, подписывайтесь на группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Ставьте колокольчик на YouTube, чтобы не пропускать новые серии, пока его не забанили. Надеюсь, что все-таки не забанят, и всем будет счастье. Также, что еще? Ну, конечно же, пишите сообщения ВКонтакте, пишите сообщения в Телеграме. Сразу с вами пообщаюсь, поотвечаю на вопросики и так далее. Я желаю всего самого замечательного. С вами был Ракслер. Всем пока.